Славянские обереги для мужчин крупные и весомые. Мужчины смело выбирают самые сильные знаки славянских богов. Эти подвески и браслеты украшают солнечными символами. Делают для мужчин и обереги в форме оружия. Они могут быть даже выкованы из стали. Особой красотой отличаются мужские пояса с яркими широкими узорами. Обереги в форме оружия в старь носили только витязи. Нынче такие знаки может носить всякий мужчина. Найдутся обереги и для умелых мастеров, и для волхвов. Каждый мужчина может выбрать знак себе по душе. Выбор мужского оберега зависит от его назначения. Для мальчика или юноши часто выбирают обереги Перуна и Ярила. Эти знаки дарят мужскую силу, пробуждают смелость. Обереги Перуна традиционно носят военные. Знаки этого бога уберегают от опасностей на службе. Спокойному и рассудительному мужчине подойдет знак бога Сварога. Обереги Сварога носят для успехов в делах. Знаки Сварога, Небесного Отца, помогают укрепить отношения в семье, передать свою мудрость детям. Мужчинам, познающим чародейство, подойдут знаки бога Велеса. Обереги славянского бога магии помогают развить мудрость и проницательность. Такие знаки носят волхвы. Оберегом может быть не только подвеска со знаком бога. Традиционный славянский оберег – тканный пояс. Мужские пояса делают широкими, яркими и украшают свастическими узорами. Хороши и кожаные изделия славянских мастеров. Знаки богов изображают на ремнях, кошельках, браслетах. Такой предмет всегда будет напоминать о вере в родных богов.